Привет, зритель! Сейчас у нас будет обзор моего ухода на август. Ой, август уже идет, аж сегодня 10 августа. Но так как я в конце июля свалила в деревню и приехала только вчера, то вот не успела записать вовремя. А люди, видите ли, жаждут. В общем, зубная паста Dental Clinic Kerasis 2080. Морские соли или что-то там, какие-то минералы, короче, соли и травы, переходит у меня на август. Может быть, она будет в пустых баночках лета, а может быть, еще ее немножко хватит на сентябрь. У меня точно такой же флакончик, только законченный вот настолько, сколько тут вот осталось, а есть деревня. Как бы какие-то продукты я потом, возможно, только один, а возможно, какие-то конкретные я возьму с собой, когда поеду вот на конец августа в деревню. Но обзор ухода на деревню есть уже на канале, если интересно, глянь. Короче, в общем, вот эта замечательная паста, очень экономичная, переходит на август. Если вдруг тебе интересно, я знаю, что некоторые иногда вопрошают, что на мне, я даже ногти намарафетила. На мне на данный момент помада On Color от Oriflame. Кстати, лак тоже от Oriflame. Это подарок от подписчицы Лены из Евпатории. Вот такая она. Свой сделать не буду, потому что он у меня на губах, в принципе. Она есть. И вот такой вот лак тоже от Oriflame. Это The One Long Wear. Серебристый такой, полупрозрачный. Мне вообще такие лаки нравятся. Как бы я не люблю лаки с блесками, но вот тут блески такие, что они просто вот не отдельные. Это мне в свое время подружка Женька подарила. В общем, вот это на мне. Это если вдруг тебе интересно. У меня тут как бы два мыла. Я его не обозревала, я его открыла еще месяц назад, специально, чтобы пользоваться на кухне. Ну, как бы мыло на кухне, я все равно руки мою, в какого-то рода это уход. Да, это и Фраше. Это лимитка какая-то замшелая. Он сроком годности до июля 22 года. Я когда-то покупала на Ифраше эти лимитки, года два, возможно, назад. Может, даже уже больше. Тут 150 грамм. Это упаковочка, потому что мыло само сейчас юзается, как бы. Сейчас я вспомню, что я там. Хотя, может, и не вспомню. Тут уже все, что можно, по-моему, стерлось. Хотя, может быть, где-то есть и по-русски. А, вот хвойно-цитрусовый аромат для веселых зимних праздников. Ну, конечно, это сейчас у нас не зимние праздники, а лето, что не менее праздник сам по себе. Но хвойным и цитрусовым ароматом оно не пахнет, пахнет каким-то слегка миндалем. Но хорошее мыло, хорошо мылится. Так, у меня переходит на август. Я сегодня мыла волосы. Шампунчик тут совсем чуть-чуть осталось, но, возможно, хватит на август. Но не хватит, придумаю что-нибудь. Это у нас Wilson косметик здоровья от природы, кефирный шампунь для густоты волос. 515 мл, изначально натуральная кефирная сыворотка, льняное масло. Покупала за 55 рублей фиксер. Вот. Вот такой флакончик. Жидкий шампунь. Ну, я не сразу к нему привыкла. Ну, в принципе, неплохой. Бюджетный такой. На безрыбье и рак рыба. Я тут открываю. Он у меня долго стоял. Он сейчас 12 ноября 2022 года. Его надо было юзать. Это подарок от подписчицы Лёли. Avon Senses, дивная сказка с роскошным ароматом сандалового дерева и ванили, крем-гель для душа, 100% натуральные экстракты натурального происхождения. Это вот 500 мл, и я его думаю потом взять в деревню, потому что мне в деревне гели закончились, даже тот, который я заявляла на уход прошлого месяца. Он потом будет в пустых баночках. И если, по-моему, я в Инстаграм скидывала фотку его, если ты, зритель, подписан на мой Инстаграм, то ты видел. Если не подписан, то быстрее беги, регистрируйся в Инстаграм и подписывайся, чтобы не потерять меня там. Короче, Ivy Forever тот же самый ник, ну и ссылка в инфобоксе тоже есть на Инстаграм. Короче, в общем, этот гелик у меня заявлен на август. Я его еще не открывала, не юзала даже, вот только сегодня достала. Открыла для себя, из шкафа достала, но, в общем, я его потом возьму в деревню. Может быть, он будет даже на сентябрь, потому что в сентябре я тоже планирую в деревню свалить ненадолго. Или надолго, но пока мой рекорд – это 17 дней в деревне. В общем, вот, это Avon Senses, дивная сказка. Спасибо Лёлечке за подарок замечательный. Вот гелик этот я буду доюзывать, это последний гель из моей... скажем так, кэшбэка моего, короче, из-за моих запасов у меня там что-то только мыло осталось, еще что-то, ну,
Это дело поправимое. Так, у меня тут два кремика для рук. Это подарок от подписчицы Светы. Вот я посылку обозревала, там парфюмка была и всякая такая декоративная, ну, в смысле, уходовая косметика. И тут будут как раз три варианта от нее. И еще потом в следующем ролике парфюма тоже кое-что будет от нее. Это у нас Роза и Марк. 30 грамм Биаква. Оказалось, это китайская какая-то косметическая фирма. Очень классная фирма внезапно. Хотя был у меня один подписчик, который ругал исключительно китайскую косметику. Типа она вся такая вот вообще. Но очень хорошая, очень быстро впитывается. И знаете, вот бывает, крем быстро впитывается, но все равно какая-то пленка ощущается. Если моешь руки, вот бывает, что приходится мыть, помыть руки. И смывается этот крем вместе с водой, мылом и так далее. А этот можно помыть руки, и не будет никакого ощущения такого, что что-то смылось или еще что-то. Очень классно, мне понравился. Спасибо, Света. И вот второй, вот этот у меня лежит в сумочке обычно. Я хотела его взять в деревню и даже думала, что взяла, но что-то вот оказалось, что не взяла. И может быть этот именно я возьму с собой в деревню, да, и пахнет розой. А это у нас Лилак и Дево, собачка. Этот менее такой заюзанный, он лежит у меня на кухне. Ну, иногда надо лапы помазать, да. Даже несмотря на то, что у нас довольно жаркое лето, по большей части, даже вот в деревне были 3 дня подряд дождь, но все равно было довольно тепло, руки все равно приходится периодически мазать кремом. Хотя вот как бы кожа мягкая, я ничем пока не мазалась. В деревне у меня там что-то такое есть, но в общем как-то пока не случилось помазаться. Ну, я и приехала-то вчера буквально. Короче говоря, вот этот у меня в сумочке ездит, а этот лежит на кухне. И вот они у меня будут тоже на уход августа. Оба подарки от подписчицы Светы, за что спасибо. Очень классные, мне не нравятся. Моя тетя ездила в некоторые города со школы, со своими, каждый год такая фишка, что учителя ездят куда-то там в путешествие, и привезла мне такой сувенирчик из музея мыла города Шуя, соответственно, мыло. Шуйское, Боярское, Заморское. Мыло твердое, глицериновое, ручной работы, сувенир. Сувенирное. Я его как раз вот хочу открыть, чтобы пользоваться, пока я тут вот в августе в городе, вот такое вот мыло. Так запечатано. Чем приятным таким пахнет. Пока его сюда уберу. Ну и в деревне у меня есть мыло. Опять же, отсылка к тому ролику уходовых средств, которые я брала в деревню. А здесь вот буду его юзать. Сколько тут у нас грамм? Вот, слушайте, тут целых 100 грамм. Хотя вот так вроде кажется и не похоже. В общем, тут 100 грамм. Вот такое мыло из города Шуи. Вверх ногами я его держу. Из музея мыла. Если кто-нибудь чем-то подобным пользовался и был в городе Шуя, дайте знать в комментах, мне будет приятно почитать. Тут у нас есть сайт даже www.milse.ru. И я вот еще пока не была в городе Шуя. Хотя изначально туда собиралась, но как-то у нас не сложилось. Так, у меня вот эта штучка замечательная от Лунатура, от Светы, которая как раз дарила тебе маленькие кремики для рук из Москвы от Светы, переходит на август. Она очень экономичная, хотя я вчера что-то как-то довольно так много высыпала на руку. У меня даже так густо-густо было, ну, чтобы умыться по приезду из деревни. 70 грамм вот в таком флакончике. Флакончик приличный такой. Мне Света присылала это на попробовать. Тут было где-то половину. Ну, сейчас тут чуть поменьше половины, но очень экономичная штука. Это, сейчас скажу, энзимная пена-порошок для умывания. Пенная маска. Очень классная штука. Это Япония делает. Вот, если кто-то юзался, то дайте знать в комментах. Если не юзались, ну, знаете, где это купить, то я вам такую штуку советую. Честно, не знаю, сколько стоит, но клевая. В общем, она вот у меня умывалочка переходит на август. Возможно, даже на сентябрь. Так, бочоночек, который я сама покупала. Вот я его то обозреваю, то не обозреваю. Привет, пенек. Вот это тот самый бочоночек. Пенек снова меня смотрит. В телегу я там что-то обсуждала как раз с пеньком, с Машей. Вот эту штуку. Это Кайлаш Дживан. Отдельный ролик Кайлаша Дживана есть на канале в плейлисте «Моя Индия». Если интересно, гляньте. Я даже ссылку оставлять не буду. Просто если вам интересно, вы зайдете на канал в раздел плейлистов и найдете эту «Моя Индия». Она там как бы там только 2 ролика. Один про сам магазин, другой вот про Кайлаш Дживан. Кайлаш Дживан можно купить и на Вайтберис, и на Озон. Вот это я покупала на Озон.
60 грамм, тут один бочоночек у меня в деревне есть сейчас 30 грамм. 30 грамм покупала еще своей двоюродной бабушке. Но что-то у меня тут вот на прищике, он очень быстро у меня расходовался, там одна треть уже ушла. Здесь совсем чуть-чуть осталось, хотя дофига экономично, я думаю, заказать еще или нет. Но, в общем, очень хорошее универсальное средство, я не буду ему отдельную воду приносить, если интересно, вот просто гляньте тот ролик. Там просто все-все-все перечисляется. Так, у меня переходит на август. Green Mama. Формула такие сливки косметические для снятия макияжа. Череда и корень одуванчик. Очень классно, экономично. Мне они нравятся. Я иногда им просто лицо протираю, чисто как вот молочком. Ну, а чаще смываю, конечно, вот свои эти помадки с лица. Вот поеду в сад. Сейчас вот после двух роликов. И смою этими сливочками перед выходом эту помадку. Очень классная штука, мне вообще нравятся вот эти сливки, давно-давно я с ними знакома, уже, можно сказать, 10 лет, от Green Mama. Ну, у них есть маленький формат 50 мл, есть вот такой 170 мл, 170 раньше было выгоднее покупать, не знаю, как сейчас у них цены. Ну, в общем, мне нравится, если что, я вам советую. Довольно так нормально смывают косметику. У меня тут самопальный тоник для морды лица, наклейка с него слетела. Тут у нас настойка лапиноса. Ну, не то чтобы совсем настойка, но лосьон на воске, кажется, лапиноса. Я им лицо протираю. Вот. В принципе, им можно, если у вас вдруг болят или кровоточат зубки, десны во рту. Одну чайную ложку на стакан развести и прополоскать, и будет счастье вам. У меня тут лосьон Avon Care, масло кокоса, восстановление, лосьон для тела, до сухой, очень сухой кожи. 400 мл, это подарок от подписчицы Лёли. Я его использую как мордопротиралку, ну, в смысле, как молочко для тела, молочко для лица, потому что он не парфюмированный, очень хороший. У меня еще даже немножко отлито в одну баночку в контейнер, и я увезла его в деревню вот так же. Переходит тоже на август. Крем для ног у меня тут. Green Mama, крем для ног, 24 часа уход, мочевина, бетаин, миндальное масло, африканское карите. Очень классный, экономичный. Тут где-то одна треть буквально осталась, но его надолго хватает. Тут формат флакона 200 мл. Что-то он, я не знаю, 400 что ли рублей он стоит. Ну, как-то, в принципе, оправдывает свою цену, потому что, вот, допустим, 50 мл в подобном флакончике от Бакздрафа у меня был. Ну, на обзор они присылали про Биодерм фирма, вот косметика про Биодерм от фирмы Бакздраф, что делает закваски. Там тоже отдельно есть плейлист Бакздраф, если интересно, гляньте. И вот тот крем 50 мл для ног стоит 330 рублей, не знаю, как сейчас, вот раньше стоил 330 год назад. А вот этот 400, что-то за 410, что ли, я покупала, и тут 200 мл, ну, они похожи по качеству, по консистенции, быстро впитываются, хороший кремик. Вечный просто Avon Care тонус с ароматом банана, лосьон для тела для всех типов кожи. Подарок от подписчицы Лёли. Мне его надо будет до 24 марта 2022 года доделать. Вот у меня, не знаю, мне кажется, тут уже может одна треть осталась. По жаре особо не поюзаешься, но иногда бывает, из душа выйдешь, кожа сушеная. Вообще непонятно, по какой причине. И я его юзала. Иногда просто как крем для рук, иногда просто как вот частично там в многих местах помазать. Ну, одна нога сухая, другая нормальная, да, там спина сухая, вышла кожа сухая на спине, нога нормальная. Иногда просто как крем для ног, видела, хорошая штука. Мне вообще очень нравятся Avon Care вот эти лосьончики для тела от Avon. Ну и спасибо подписчице Лёлечке за подарок. И вот оно вечное, все никак не закончится, переходит у меня на август. И что у меня тут еще есть? Ну да, дезик я не стала доставать даже этот из кокосового масла и воска пчелиного. Ну, кому интересно, гляньте там какой-нибудь. Или плейлист химик Лёля, или там я там свою косметику ваяю, или там какой-нибудь на июнь, возможно, я его обозревала. Я его то обозреваю, то не обозреваю. Ну, обычный дезик восковой. Короче, и у меня место бальзама для губ все еще вот этот розовеньким проявляющийся, хотя он во флаконе уже розовенький. Это у нас PNF Pain Fan.
Пюр Натур 99% алоэ вера. Я на Алиэкспресс покупала. И есть подобная еще, как проявляющаяся гигиеничка. Тоже как бы гигиеничка выглядит такая вот, ну, по цвету, как обычная гигиеничка. А проявляется тоже розовым, как вот стик. И я вот их видела, на Озон продают. Не помню, честно, почем. Даже не помню, почем на Алиэкспресс покупал. Но довольно экономично, хороший. Действительно увлажняет губы. Ну и чуть-чуть так проявляется. Но сегодня я не им намазалась на обзор, а помадкой конкретно. Так, по ходу дела это все. У меня все, что у вас вроде ничего не забыло показать. Да, там крем для лица, ну, как бы есть у меня, но я его не открываю летом, потому что довольно жарко, как бы, ну, не до крема для лица. Легче притереть лицо теми же сливками или вон молочком вот этим. И эффект, в принципе, тот же самый будет. Всем спасибо за просмотр, ну и пока. Эй, зритель, поставь лайк, пожалуйста.